Здравствуйте, Алла Казакова, это скорая телевизионная помощь 601005, абонент «Союз». Звоните, и мы приедем к вам. А сегодня мы едем в поселок Кировское. Тема первого сюжета напрашивается сама собой. Местные дороги запросто можно было бы назвать заповедником. Место, где никогда не ступала нога автодорожника. Ухабами на дорогах крымчанина не удивишь. Состояние дорожного покрытия плачевно по всему полуострову. Но в Кировском ситуация особенная. Ведь если верить отчетам чиновников, то дороги здесь ремонтируются регулярно. И тем не менее, хороший асфальт в поселке найти крайне сложно. У нас дороги делает, когда приезжает правительство. Вот посмотрите, улица Школьная наполовину сделана, а дальше ухабы идут. Это улица Школьная. И не зря. По ней ежедневно передвигаются сотни школьников. Этой дорогой ребята ходят на физкультуру и труд. По ней приходят в школу и уходят домой. Ремонтом улицы Школьной в местном исполкоме гордятся. Правда, денег хватило только на ее треть. До самой школы асфальт так и не проложили. Вы знаете, улица Школьная не магистраль на сегодня. И делать там. Ну ничего, детки ходят зато в безопасности. А так там начинают машины ездить на большой скорости. У Школьной еще есть шанс преобразиться. Она включена в план работ на этот год. А вот улица Фрунзе, судя по документам, уже отремонтирована. Правда, качество этого ремонта оставляет желать лучшего. Были неоднократные случаи, когда мы останавливались, и наш депутатский корпус, и наши партийцы, союзовцы останавливались прямо возле рабочих, спрашивали, что это за манера исполнять ремонт, когда идет именно дождь, как правило, когда идет дождь, и вы черпаете воду из этих ям, которые образовались, и прямо в воду кладется асфальт. Поселковый голова винит республиканских чиновников. Мол, деньги на этот ремонт перечислили в конце года с требованием срочно освоить. А исполнителям назначили феодосийских автодорожников, у которых нет необходимого оборудования. Там действительно делали уже под осень. Вот, возможно, когда-то попали в дождливый день. По поводу качества, я тоже не совсем доволен этим качеством. Сами автодорожники свою работу плохой не считают. Более того, уверены, что совершили подвиг. Мы сделали то, что смогли сделать. То, что сделали, смету делали, неизвестно кто. Вообще глупый человек, неграмотный. Или деньги забирают, или делают. И все же автодорожники выдали Кировскому исполкому гарантийное письмо с обещанием исправить все недостатки ремонта дороги. По требованию нашей съемочной группы начальник службы даже назначил инспекцию, которая проверит состояние дороги. А мы обязательно проверим, как чиновники выполняют свои обещания. И расскажем об этом в одной из наших следующих программ. В свои 75 лет героиня нашего второго сюжета может оказаться бездомной. Местные власти оставили старушку доживать в полуразрушенном здании без света, воды и отопления. Причем этого дома официально даже не существует. Евгения Дробот с покойным мужем больше 40 лет отдали благополучие ее Евпатории. Трудились в горводоканале, а позже в газовой службе. Семью тружеников еще в советские времена поселили в это здание. По правде говоря, это даже не жилое помещение. Здесь нет ни света, ни воды, ни отопления. Течет, стоит это корыто, чтобы на голову не потекло и на постель. Воды нет в комнате, теплого туалета нету. Аварийным здание признали еще в 2000 году. Тогда городская мэрия выдала постановление на отселение. Всех соседей Евгении Григорьевны отселили в течение 4 лет. А вот о старушке попросту забыли. Они всю жизнь обещали, что будут землю брать, значит, вам квартира. И где документы, которые были на отселение на квартиру? Вот меня интересует, куда они дели их? Документы Евгении Григорьевны в отделе учета и распределения жилой площади нашли. Но предложить старушке им нечего. Мол, женщина даже не в первом десятке очередников, а свободных квартир на отселение у города и вовсе нет. Мы ее включили в план распределения на 2009 год. Она у нас была включена. Но у нас такого жилья не было, чтобы мы сейчас будем составлять план распределения на 2010 год, мы ее опять включим туда. Новые квартиры в городе просто не сдаются в связи с кризисом. А вот в старом фонде, который бы вполне устроил Евгению Григорьевну, время от времени квартиры освобождаются. Но достаются они в основном тем, кто сумел договориться с чиновниками. Помочь старушке взялись депутаты от партии «Союз». Обращение будет, естественно, и к мэру города Андрею Петровичу
Борисовичу Даниленко, чтобы посодействовал получить человеку нормальное, достойное жилье. Пусть это будет в старом фонде или в новом фонде, это не важно. Чтобы она, естественно, на старости лет не осталась бомжом. Вот такое отношение у наших чиновников к нашим людям. А мы обязательно продолжим отслеживать судьбу Евгении Григорьевны. Но об этом уже в следующих наших программах. А сегодня все. Это была телевизионная скорая помощь. Запомните, 601005, абонент «Союз». По этому номеру вы всегда можете получить поддержку, консультацию и помощь. Звоните, и мы сделаем все, что в наших силах.